народ, всем привет, с вами канал Custom RC. И сегодня у нас начинается дрифт на нашем канале. Так как я новичок, я сначала должен попробовать, понравится мне это или нет. Единственное место, где я смог найти это сделать, это трасса Driftland, она находится в Москве. Имеет два покрытия, бетонное и ковровое. В общем-то, сегодня мы здесь. Я приехал со своим другом, у него есть два шасси, то есть одно из них он мне даст погонять. Посмотрите на мои криворукие заезды, конечно, вряд ли что-то получится, потому что первый раз я попробую, если мне это понравится. Я покупаю шасси, бюджетное, скорее всего, и буду делать дрифт-тачку, буду учиться дрифту и буду учиться вместе с вами. То есть я буду вам рассказывать все то, что будут рассказывать мне, и, соответственно, если кто-то хочет, может даже со мной одновременно это начинать делать, и получится такой у нас интерактивный гайд по тому, как войти в RC-дрифт. В общем, сейчас я поеду и попробую вот здесь вот на трассе для новичков погонять на тачке. Погнали! Итак, в общем, я новичок, первый раз держу пульт в руках дрифтового автомобиля. Я насмотрелся видосов на ютубе, я думаю, что я все могу. И теперь попробуем, что из этого получится. А я вижу, да. В общем-то, ничего хорошего не получается. Очень сложно управлять. Вообще сложно, я бы сказал. Так, сейчас мы закрепим корпусочек. Так, еще дубль 2. Очень сложно управиться с ней. Но вот что-то начинает получаться. Видели, да? Видели, как я сбил? Я крут вообще. Слушайте, ну это реально сложно, вообще очень сложно. Конечно, можно в большинстве случаев сказать, что так и задумано, с какими-то маневрами, но в реальности получается все очень сложно. Вот серво, кстати говоря, очень сильно греется. Вот стоит серво, и она так конкретно греется, потому что она очень активно работает. Регулятор, мотор холодный, а вот серво греется. У нее идет нагрузка. Рулить надо очень быстро и очень активно. Это Санек валит. Александр, расскажите, как вы докатились до такого? Как-то само получилось. Не знаю. Случайно. Как долго вы этим занимаетесь? Ну, около 3 лет. Да, вот поняли, да? Вот смотрите, чтобы вот валить, как вот эта тачка валит. Надо 3 года учиться этому. Понимаете, зацепиться за колесико, это... Это то, что надо вообще. Ну, крепление на магнитиках, поэтому не переживайте, ничего не оторвалось. Все, Саня показывает бачок. Оп, разворот. Сейчас начался конкурс. Конкурс, чтобы сбить вот это вот колечко задним бампером, как я понял. Сейчас посмотрим, что получится. Итак, первый наш тренировочный день подошел к концу. Первые впечатления очень красочные, очень сильно все понравилось, но реально очень сложно. Я думал, что я сейчас приеду, такой возьму пультик и такой типа оп-оп, бочком-бочком, ничего подобного. Если вы также смотрели ролики, как я на ютубе, и думали, что это все легко и просто, нет, еще раз нет. Нужно наращивать скилл. То есть нужно хорошее шасси и нужно наращивать скилл. Первое, спасибо Александру за то, что предоставил мне шасси на убиение, сколько я ее долбил, бил и... В принципе, все хорошо, ничего не сломал. Вот, спасибо ему, спасибо команде Driftland за то, что сделали такой чумачечий трек вообще. Очень все классно, очень здорово. Сами видите, качество просто на высоте. В общем-то, что мы с вами сделаем? Мы купим с вами шасси дрифта, мы ее затюнингуем, мы сделаем крутой кузов и будем с вами учиться дрифту. Если не хотите этого пропустить, обязательно подпишитесь на канал, поставьте пальчик вверх. Ну и до скорой встречи, всем пока!